Самый опасный в мире хищник продолжает развиваться, и мы в этом ему будем помогать, так как эта рыбка находится у нас под контролем. Поэтому продолжаем с вами играть в игрушку по названию Фина. С вами, как обычно, Кристалл, мы продолжаем! И на данный момент у нас миссия потопить 3 корабля, но это на самом деле очень простая миссия, поэтому быстренько ее выполним или же просто наберем себе как можно больше крови, потому что я хочу себе прокачать по полной программе нашего пиранью, нашего хищника, хочу прокачать как можно больше и быстрее всего это как раз таки топить огромные корабли. Господи, ребята, что это за фастфуд такой? Прям все ко мне сюда прутся и можно просто брать и всех хавать. Жалко, у меня пока армии нет своей дополнительной, было бы у меня еще пару ребят в бонус, и я бы вообще их потопил просто за секунды и сожрал бы их тоже в считанные секунды. И, ребята, кому нравится игрушка Фидас, то вы хотите больше роликов по этой игре, хотите узнать, что же будет дальше, какие еще виды пираний можно будет эволюционировать, то поддержите данный ролик лайком. Если наберется более 2000 лайков, то выйдет обязательно продолжение в максимально быстрый промежуток времени. Считайте, уже завтра, можно сказать, выйдет новая серия, поэтому лайк обязательно поставьте, 2000 наберется, будет вам конкретное такое продолжение. Тем временем нужно дохавать всех этих ребят и желательно потопить еще пару кораблей, но я не думаю, что они здесь будут, так как надо топить корабли в самом начале уже, как только они появляются. Потом они просто сваливают за карту, ты уже ничего, в принципе, сделать не можешь. Ну и, в общем-то, я почти набрал 20 литров крови, поэтому давайте посмотрим, что можно будет прокачать. Ну и думаю, что нам нужно будет прокачать гребешок, так как мне нужно будет гораздо больше объектов крушить, поэтому прокачаю его побольше, и также посмотрим, что еще можно приподнять. Так, здесь нужно еще 1 литр крови, поэтому давайте прокачаем, наверное, хвостик 8 литров, или же надо будет... хотя фиг его знает, что на самом деле лучше. Ну давайте, в принципе же, эти ласты наши прокачаем, посмотрим, насколько будем быстрее после этого плавать, ну и в целом мы уже с вами гораздо жестче стали выглядеть, и еще 1 литр крови нужно на следующий апгрейд. Ну давайте посмотрим. Так, и нужно потопить по-быстрому 3 лодки. Поэтому приступлю к тому, что просто буду крушить лодки в самом начале, а потом уже что-нибудь другое с вами попробуем. Единственная проблема, где найти столько лодок, как обычно. 2 я, по крайней мере, точно знаю, где находится. Вот насчет 3 у меня есть вопросы, где ее можно будет найти. Поэтому придется немножечко здесь побороздить и поискать еще один кораблик. А третий корабль, оказывается, находится в той локации, которую я до этого не видел. Это, получается, нужно сюда переплыть. Так, этого чувака можно немножко погрызть. Давайте сожрем его хотя бы немного. И вот там еще один третий корабль как раз-таки находится. Куда он испарился? Так, и, в общем-то, крушим его. И все корабли у нас выполнены. Плюс еще 20 секунд. И сейчас еще и кучу людей мы сами нажрем. И можно будет увеличить количество крови еще весьма не слабо. Тем более, что у меня уже 22 литра есть. Если я потопил 3 корабля, то думаю, что за этот заход мы где-нибудь литров 10 с вами определенно поднимем. Очень было бы неплохо такое количество поднять крови, и как раз таки на них я смогу сделать целую кучу нужных мне апгрейдов, поэтому быстренько хаваем. Кстати говоря, там наверху чувак какой-то, то ли спасатель, то ли кто, но он здесь уже никого не спасет, понятное дело, я здесь уже всех схавал, вот единственное, на него хочу напасть, или вот на него напасть, хоть на кого-нибудь. О, можно прям сбить мостик, нифига себе, это прикольно, нефиг на такой слабой конструкции стоять. Так, ладно, фиг с ними, я с них не так много крови получаю, как с тех ребят, которые там обитают. Единственное, что можно сейчас в этих туннелях попасться на этого, как его, на субмарину, это которая ловит нас, и не очень было бы хорошо, если бы я на нее попался. Так, а что, может, эти уже свалили, что ли, все? А нет, хоть один остался. Ладно, видимо, остальные все убежали, так что, в принципе, доедаем тех, кто есть, и потратим кровь на какие-то новые уже апгрейды. Нужно сделать их, понятное дело, в этот раз еще больше. Так, и вот меня как раз-таки сейчас, возможно, подкормят, а может быть и нет, смотря как получится его пожрать. Ну, как обычно, не получается так, я хочу, но, в принципе, я успею его догнать, думаю, сейчас мы еще его пожрем. Может, получится в этот раз хотя бы впервые доесть, хоть как-то полностью, то у меня обычно это не получается, потому что он вверх начинает смывать, и по итогу все идет немножко не так, как я планирую. Так, ладно, сейчас здесь мы вместе пройдем по туннелю, может, успею даже немножечко его догрызть, кто его знает, и получу тот самый запас крови, который мне так сильно нужен. Почти хватает на 27 литров, ух ты, я почти догрыз его, но он специально супер медленно плывет, да, чтобы я вообще не успел ничего сделать. А, все, я догрыз его, он падает вниз, и все. Ясно, 27 литров крови, это на целую кучу апгрейдов должно хватить. Может, даже на 28 литр. Нет, 28 литров мне не хватит, но задание мы с вами выполнили, что самое главное. Сейчас давайте посмотрим, что можно будет еще прокачать. Чешую можно, по идее, прокачать. Будет защита гораздо выше у нас, и выглядеть будем тоже эпичнее. Во, какая... какие мы с вами здоровенные стали. Так, спину давайте докачаем. Ну, гребешок, то есть, позвоночник. Так, опа, ну неплохо. Так, это тоже максимальный, не максимальный уровень, 16 литров максимальный, интересно. Так, можно еще прокачать что? На что мне будет хватать? Остальное все очень дорогое. Можно разве что запах прокачать. Давайте запах качнем, вроде, правда, это визуально у нас, ноздри стали больше у нас немножко, ну, допустим, ладно. В целом все равно уже стали еще круче. Давайте посмотрим, съесть 8 жертв. Да это пожалуйста, это вообще не вопрос.
вопрос. А если здесь много кораблей, то я достаточно быстро все это дело и выполню. Так, первого, считайте, съели. Он сейчас вниз будет падать. Так, надо не дать этому свалить только. Так, давай, 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 давай. Надо, чтобы он вниз упал, а то мне совершенно этого не нужно. Если он сейчас куда-нибудь далеко уйдет, сбежит за текстурья, мне это вообще не нужно. Так, опа, еще одного, еще один всплывает. Тут тебя тоже потопим. Там, правда, кто-то один успел все же свалить, по-моему. Но я уже достаточно много сожрал этих ребят. Так, только на субмарину не попасться бы, и все окей. Сейчас моя задача, главное, потопить как можно больше ребят, и всех остальных также, да, есть. Поэтому буду заниматься тем, что буду поедать их, пока не сожру всех восьмерых для следующего нашего уже апгрейда более конкретного. А там уже крови у нас нереально много, и 8 жертв я как раз-таки уже съел. Ох, и крови-то у нас сколько будет? Воу, 12 крови мне, кстати говоря, нужно, чтобы еще раз спину прокачать, насколько я знаю. А позвоночник проапгрейдить, это было бы просто замечательно. Так, еще бы на турбину случайно не нарваться, и вообще будет зашибись. Так, этого тоже дожрём. Ну, комбо у меня, конечно, капец какое жесткое. 200 ударов просто без остановки, 224, считайте. Это весьма немало. Так, кого еще не догрыз? Есть ли здесь еще что-то, что можно покусать? Походу, уже нет. На этой стороне я уже всех съел. Давайте на ту сторону перейдем, посмотрим, что там есть. Ух ты, булыжники теперь с первого удара сжираю. Неплохо. Так, где там у нас еще? О, мне теперь показывают, где жертвы находятся. Вот зачем надо было прокачивать ноздри. А, раньше мне ни в коем случае не показывали, где находится кто-либо. А, это удобно. Так, меня снова пытается субмарина завалить. На удивление, как-то от нее увернулся. Хотя, по идее, это уже было полное уничтожение меня. Я так-то прям в сетку прыгнул. Но хорошо, что оделся легкой кровью, да? Мелкой кровью, все дела. Так, окей. А, и здесь кораблик должен быть. Так, чувак, ты что, это совсем дерзкий какой-то. Пойти его можешь загрызть, а? У нас есть возможность. Задание так-то выполнено, так что можно, в принципе, просто жрать его лодку и довольствоваться полученными литрами крови, так как с нее достаточно много прилетает. Так, и 10 секунд осталось, я как раз-таки нафармлю, думаю, себе хотя бы 2 литра с него. Успею, не успею корабль разбить. Давай еще 1 литр, давай, пока он не убежал. Так, еще все, хотя бы еще несколько литров набил, уже мне достаточно. Дальше он уже все равно для меня, по сути, бесполезный. Полетели, ууу, и куда-то свалил вообще. Так, и теперь можно сделать еще один апгрейд, да, спина. А, 16 литров нужно было, так много, оказывается. Так, что можно еще? Здесь можно это прокачать на хвосте. Хочу качнуть, у меня он особо не прокачанный, поэтому хочу его еще раз загрейдить, а чтобы он стал побольше. Так, снова запах, но тут у нас только 6 литров, поэтому нужно будет еще. Я знаю, что можно, по идее, армию сделать себе, разрушить доки. Ну, это надо в правую часть и разрушить там все, что есть. Ну, окей, это так-то несложное задание, можно его выполнить достаточно быстро, а, и без особых каких-то проблем. Но сначала мы с вами, конечно, крови наберем. Мне нужно как можно больше крови. Так что сейчас всех я схаваю, кто у нас пытается здесь плыть. Плюс еще субмарину, наверное, погрызу на остаток. А, потому что этих ребят вроде должен успеть сожрать до конца. Так, все, можно субмарину пожрать немножко. А, и даже пройдем через камень с вами сейчас. И дальше пойдем. Еще и как раз таки я в доках буду. А мне в доках надо как раз задание выполнить. Поэтому дополнительно и того пожру, еще и доки сейчас сломаю. Выполню квест, который нам нужен. Так, давай, 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 давай. Я почти сломал ему корабль. А, буквально осталось там немножко его погрызть, но главное в сетку, конечно, ему не прыгнуть. Ну ладно, фиг с ним, уже и так нормально. Так, хопа, ломаем. Так, почему только одна часть сломалась? Мне надо полностью доки разрушить, так что сейчас буду их полностью и разрушать. Хопа, все сломал, и еще последний вот это остался мостик, как я понимаю. И по идее, вроде как я сломал весь мостик, все доки, я думаю. А, вот теперь точно все доки сломал. Кстати говоря, там интересная тема. Там вот кораблик есть, и можно ли внутрь него запрыгнуть, точнее, этот кусок самолета. Можно ли посмотреть, что внутри него? Это было бы любопытно. Нифига себе, что за птичку целый литр крови дают, или как? Откуда я столько литров получил? За задание не должен был так много получить. Так, ладно. А еще вот этого... Так, этот чувак, короче говоря, познал какую-то магию, а вот все, он упал. Теперь он уже не летает. Я думал, что какого хрена он вообще летает-то. Так, ладно, тогда корабль пожру. Субмарину немножко. Все, она испарилась, у нее какая-то здесь особая тема. Так, птички, опа. Слушайте, нифига себе за птичек дают, оказывается. Я даже не знал, что прям так много литров дают крови за пожирание птичек. Слушайте, я сейчас буду за ними охотиться прямо, если так хорошо идет. У-у-у. По-моему, это шикарно. Птички лучше всего, походу, у нас. Так, самый лучший хавчик — это птичку заточить. Так, и тебя еще пожрем.
40 литров крови, ребята, это уже сейчас хватит на мегагодные эволюции, грейды и все остальное. Так, опа, еще одну, еще двух, все. Прям офигеть, сколько по итогу получается у нас литров. Набивается чисто на птичках, это удивительно. Я не думал, что птички будут приносить мне так много. Так, и давайте посмотрим, что можно по апгрейдам. Ну, как я хотел, спину я доделаю до максимума. Ух, сколько литров ушло на это. Но зато смотрите, какой гребень здоровый теперь у нас. Так, давайте наши... ласты докачаем. Так, хопа, тоже здоровые стали. Так, можно, конечно, ноздри еще качнуть. Например, еще 8 литров есть. Глядишь, вообще всех буду на карте видеть и знать, где кто как располагается. Так, и что еще? Что еще? Что еще? Ну, что-то мне хватит еще. Так, здесь не хватает. На армию можно, конечно, себе добавить, но это не так, чтобы обязательно. Оставшиеся литры крови лучше во что-нибудь другое с вами реализуем. Очень надеюсь, вам понравилась данная серия. Захотите продолжение, поддержите данный ролик лайком. Обязательно с вами дойдем до самого конца, раскачаем пиранью по полной программе, потом поиграемся с вами еще и в другие части этой игры. Они есть. Если набирается более 2000 лайков, то обязательно с вами поиграем и в другие части этой игры. Там другие виды пираний, другие типы раскачек и даже другие места действия. Настолько странное есть, на самом деле, место действия, где пираньи будут совершенно нестандартные. В общем, лайки ставьте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока!